Китай девальвував юань найбільше за останні 20 років. Пекін пояснив це падінням експорту. Світ відреагував на рішення китайського центробанку по-різному. Подешевшали валюти країн Тихоокеанського регіону. Для них дешевий конкурентний товар з КНР – новина не з приємних. Більше того, в міжнародних ЗМІ заговорили про початок валютних воєн. Все це ми обговоримо з нашим гостем Володимиром Даньком, професором Міжнародного інституту менеджменту. Вітаю вас, пане Володимире. Чи справді девальвація юаня може стати початком валютних воєн? Я не думаю так. Во-первых, сам по себе размер девальвации, он не такой уж большой. А всего-навсего за эти три дня где-то 3,2%. Достаточно китайцы, они лояльны той политике АМФ, в общем-то, основного мирового смотрящего. Самое главное, они хотят раздражать своего основного торгового партнера. Это понятно, кто основной торговый партнер. Потому что там как бы самая основная позиция. И начиная с 2008 года, когда Гайтнер очень плотно вел разговор с Китаем по поводу того, чтобы Китай укреплял свою валюту. Собственно, Китай следовал всем тем... скажем так, мягко, запросом основного торгового партнера. И оценивая сейчас действия, это неразумно было бы со стороны Китая, значит, вести себя настолько вот агрессивно, чтобы, тем более это слово, как войны валютные и так далее. Дело в том, что еще где-то года полтора тому назад Япония попыталась, там они еще похлеще, они поступают со своей, но они мастера, японцы вообще мастера, как бы, опускать свою валюту по отношению к основным своим торговым партнерам, как бы. Ну, я не думаю, что это какая-то война вообще произойдет. А реакция, в том числе и фондовых рынков, на вот это событие, как бы это планомерное достаточно событие со стороны властей Китая, ну это КПК Китая, что значит власти Китая, значит довольно планомерное, ну рынки так немножко дернулись, нормально дернулись, все хорошо. Это называется так на языке трейдеров, торговцев, новостная реакция на новостные как бы, позиции. Чи слідуть очікувати напружених відносин між США та Китаем? Нет, таких напряженных отношений никаких ожидать не будет. Давайте посмотрим, как это выглядит, что нужно Китаю. Дело в чем. Когда мировой кризис, последний мировой кризис, вот, грянул, каждая из, как бы было три основных зоны, которые пытались по-своему найти свой путь. Немножечко согласованные, более так... В унисон действовали Соединенные Штаты и Объединенная Европа. У каждого были свои планы. Вот Китай попытался реализовать свою модель. Значит, смысл этой модели состоял в том, чтобы превратить немножко ставку, сделать на расширение внутреннего потребления. Действительно, население ну, очень большое. 1 миллиард 370 миллионов населения Китая. Это колоссальная цифра. Почему бы не расширить свой внутренний рынок потребления? А в то же самое время, около 25 лет до вот этого кризиса, Китай шел по модели совершенно страны импортной. То есть они ориентировались, кто может импортировать. И таким образом вообще мировой порядок, экономический, финансовый и торговый, в том числе, мировой, сформировался, что есть только одна страна, которая может позволить себе такие шалости, которые быть вот, постоянно с торговым дефицитом идти. Поэтому Китай всегда был с профицитом торговли с Соединенными Штатами. Более того, вот это вот сальдо позитивное для Китая, оно последние, например, 5 лет, чтобы понять это размеры, оно как бы всегда было больше 300 миллиардов. Более того, за первые полгода 2015 года это плюс, они идут, 140 миллиардов. Поэтому думать о том, чтобы как-то еще подхлестнуть вот этот вот дисбаланс, и кто-то в Штатах там воспринял бы это нормально, это просто было бы наивно. Китайцы делают свою игру. У них не получилась своя внутренняя политика, как бы внутреннего расширения спроса. И потому, они, да, они действительно сделали прогресс определенный. Они догнали, если чтобы было понятно, GDP с учетом фактора покупательной способности, это где-то до 12 тысяч на душу населения. Ну, для примера, в Украине это всего лишь навсего 8, это там еле-еле тянет. Значит, это большой прогресс. Но этого все равно недостаточно для того, чтобы Китай сделать достаточно богатой страной и расширяться за счет внутреннего потребления. Поэтому Китай объективно подвязан под Штаты. Более того, чтобы было понятно, это около 600 миллиардов, там 592 миллиарда по торгового оборота со Штатами по 2014 году. Судя по всему, 2015 тоже будет приблизительно такой же. Федеральная резервная система США вкотре відкладає підвищення відсоткової ставки. Чи слід очікувати, що девальвація юаня ще більше затягнет цей процес? Скажем так, Йеллен будет, как и ФЕД, будет гнуть свою политику. Скорее всего, это должно было случиться в сентябре. И, в принципе, все как бы и на Форексе, и на фондовых рынках ожидали вот этого телодвижения, повышения. Причем это такое повышение, ну, скажем,
не АЕ, а какое? С 0,125 на 0,25. Поверьте мне, оно бы не затронуло бы там корневое. Другое дело, что Штаты и так они предпринимают определенные позиции. Вот, допустим, десятилетки свои казначейские, они и так немножко передвигают ставки. Значит, а в коротком забеге они не хотят этого делать. По нескольким, по своим соображениям. Прежде всего, это не связано с Китаем. Там проблема вот в чем. Не срабатывает модель как бы внутренняя. Нет роста экономики. Я уже как-то показывал. То есть там по последнему кварталу была такая ситуация. Рост где-то 1,5, значит, в номинале. Инфляция 1,9. То есть в реальный рост там вообще 0, где-то минус 0,3, минус 0,5. Mm-hmm. Поэтому там у Феда немножко другое в голове. Там нужно раскачать экономику собственную. А если, допустим, Китай будет вступить, не дай бог, на тропу вот такой вот войны еще с понижением валюты, это немного усугубит позицию, это будет фактором раздражения. Китаю ни в коем случае сейчас нельзя раздражать Соединенные Штаты. Почему? Потому что там посыпется масса всевозможных, ну, скажем так, барьеров, которые Китаю не нужны. А Китаю сейчас самое главное, нужно добиться роста. Проблема с Китаем того, что заключается в том, что Китай планомерно в течение 5 лет теряет темпы роста. А вот Индия, например, набирает. Поэтому у Китая срабатывает следующее. Если ты не обеспечиваешь инвесторов возвратом на тот капитал, неважно, это долгие деньги, короткие деньги, то рядом все равно кто-то найдется, кто это сделает. Поэтому Китай боится. Значит, первое, в Китае, в следующий момент, это в Китае есть избыточные мощности. Та структурная, огромная реформа, которую осуществлял последние лет 25, там, переселение, скажем, сельского населения, создание производственных мощностей, она не срабатывает. То есть европейцы, американские сейчас сами как бы производственные мощности они могут себя обеспечивать и без Китая. То есть вся вот эта концепция дешевой рабочей силы, она уходит на второй план. Угу. Китай понимает, что сейчас ни в коем случае нельзя теребить вот этот вот устоявшийся порядок. Поэтому... Сдешевление юаня, это тимчасовое явище або довгостроковое? Ну, скажем так, Китай хоть как-то хочет оживить экономику. Для того, чтобы оживить, нужно сделать немножко подешевле все то, что ты делаешь внутри. А для кого это делается? Это делается исключительно для наружного потребления. Опять, кто такое наружное потребление? Это Штаты, в том числе, это Европа. Вот где основные рынки Китая. Почему-то Китай хочет попасть, допустим, на рынок европейский и расшириться, немножко отвязаться от Соединенных Штатов. Потому что Объединенная Европа – это следующий центр, где он может продавать себя. Ну и так далі. Власне, а чому у цих регіонах у США, в Європі впав попит на китайську продукцію? Ну, пока заместить особо нечем. Там, де не хай-енд или не високотехнологічна продукція, это дешевая продукция Китая и всех остальных стран. Вот и все. Там никакой большой науки нет. Там, где high-end, это все Объединенная Европа, это та же Германия будет, Франция, это Канада и все другие сателлиты торговые. То есть ничего такого. Китайская продукция набагато дешевшую станет? Я бы сказал так, если сравнить продукцию от Китая, то, что в Украине, особенно металл, если мы посмотрим, и в Соединенных Штатах любая продукция, то качество продукции китайской в Соединенных Штатах намного выше, это я вам сразу могу сказать. Даже ходить не надо. Но если вы хотите качество получить, то покупать это тогда родное. Тогда... Просто у металлические китайские изделия, электрика, это она очень слабого качества. Если вы хотите на два дня купить, ну покупайте китайские. Ну це всі знають. Які країни є конкурентами Китаю, для яких дешевий експорт китайський стане проблемою? Ну, на самом деле, сейчас такой создается центр. Это Индия, не для никого не секрет. Они уже вышли сейчас по второму полугодию на 6%, а Китай, наоборот, потерял, скажем, он вышел на 6,9%. То есть, по существу, ну, и там очень много других есть факторов, в том числе социальных, языковых, почему Индия немножко будет понятнее западному миру, поэтому Китай немножко дергается, вот, а не дай бог Индия перетянет на себя. Кроме того, с Индией были проблемы всегда, это кастовость, это социальные как бы, условия, то, чего бизнесы, как бы, в том числе штатовские, они не совсем воспринимали и понимали, потому что это немаловажно, в какую ты среду входишь. Вот, если в Китае КПК, там все и вся, там, если в шоколаде с КПК, то тогда у тебя будет с бизнесом все неплохо. А здесь немножко другая как бы, среда. Но с точки зрения вот сухих цифр, Индия может быть, конечно. Я уже не говорю, есть своя специфика, если мы посмотрим Малайзия, особенно Сингапур. Сингапур очень богатый, там неплохой рынок с точки зрения доходов среднедушевых доходов населения. Там это можно было бы как бы выйти на Сингапур. Но Сингапур, она небольшая, не такая огромная страна, как бы сама по себе. Поэтому как бы Китай он и будет оставаться, но вот в пику Китая это может быть только Индия на сегодняшний день пока. Україна якось відчує на собі
Сдешевление китайской валюты. Да я не думаю, что Украина... Вот для Украины Китай это, как знаете, как для Китая Штаты. Украине нужно приток сейчас валюты, нужно продавать сельское хозяйство можно. Хотелось, вот я как-то говорил, что там Янукович немножко инфраструктуры, землицы хотел подпродать китайцам, то, чего им там нужно, как бы портовая зона и логистическая. А в основном их интересуют некоторые позиции по машиностроению, это металл, там, станки и, конечно, это сельское хозяйство, в частности, кукуруза. Но с точки зрения, чтобы было понятно, кто наживается в Украине на кукурузу, это те же трейдеры. Угу. Это не хозяйство, как бы не фермеры, которые непосредственно не бенефициарами являются, а трейдеры. Поэтому говорить о какой-то революции для Украины, или то, что Украина там, поднимется с колен, очень быстро если расширит позицию какую-то свою торговую, так не приходится. То есть, да, будет обогащение. Потеряют или нет? Значит, о чем идет речь? Если, допустим, юань падает, то в какой валюте идет расчет? Расчеты, я сразу говорю, там идут все в долларах. Там, угу. Даже мечтать не. Поэтому относительно обесценения доллара, подчеркиваю, на сегодняшний день за вот эти вот, за три дня, это 3,2% всего лишь. То есть ощутят ли сильно на вот этой кукурузной позиции аграрии, даже не аграрии, а торговцы кукурузой, там некоторыми другими позициями. Я не думаю, что это будет принципиально для Украины. Дякую вам за цікаву розмову.